МСЛ все это дело читает, очень красный остается Юги, уходит, это самое главное, но у него нет позиции. МСЛ дальше тоже не идет, не рискует. Капитан команды Норс, последний стак, 31 хп на планете, но есть ВП, с которым, в принципе, может сработать менеджер вместе с МСЛ. И это выход, один на один ситуация против МСЛ. Стак должен тащить этот раунд для своей команды, 5 хп и залетает без дома по МСЛ. Как же круто отыграл он этой ситуации. 5 хп и минус 3. И все-таки Норс своими пушами в начале этого раунда... Вот поднесли под нож просто его победу, вот его, вернее, перспективу, потому что, опять же таки, не стоило пушить противника, у которых были только пистолеты. Да, особенно